ранку сьогодні будемо займатися спортом на свіжому повітрі. Заняття проведе чемпіонка України з жиму лежачи Марія Тернова. Сьогодні нас ждет тренировка на мышцы пресса и ягодиц. Первое упражнение у нас – это приседания. Ноги стоят на ширине плеч, стопы направлены вперед. Отходим назад, колени в стороны. На вдохе и на выдохе мы сокращаем мышцы бедер и поднимаемся вверх. Вдох, вниз и наверх, выдох. Садимся так, чтобы таз опустить ниже коленного сустава. Давим полностью стопой в пол. Полностью разгибаем таз. Следующее упражнение у нас – это отведение ноги назад в упор на ладони. Исходная позиция у нас – упор на коленях и на ладонях. Поясница у нас прямая, пресс напряжен. Ладони находятся на уровне с плечом, не позади и не впереди. Поднимаем ногу назад, выталкивая платформу стопой. Делаем вдох и на выдохе подъем. Сокращаем мышцы бедра и ягодицы. Приводим обратно на выдохе. Вдох, выдох. Взгляд направлен у нас вниз. Спина остается прямая. Таз не поворачивается в сторону. То есть делаем с максимально прямым тазом. Делаем таких 20-25 повторов на каждую ногу. Меняем. Следите за тем, чтобы стопа шла именно вверх. Она не выталкивала назад, а шла по направлению вверх, поднимая в небо. Хорошо. После этого мы делаем отведение ноги, но уже в сторону. Исходная позиция такая же. У нас упор идет на ладони и на колени. Мы становимся. Точно так же пресс у нас напряжен, спина остается прямая в поясничном отделе. Но теперь мы отводим бедро в сторону. Амплитуда небольшая. Важно, чтобы не таз прыгнуть, а максимально напрячь среднюю ягодичную мышцу. Таким образом мы будем придавать нашим ягодицам округлую форму. Подъем делаем на выдохе. Вдох. Выдох. 20-25 повторов. Делаем медленно, концентрируемся на работе задействованных мышц. Спину следите за тем, чтобы оставалась она прямая. Колено уходит максимально в сторону. Следующее упражнение на мышцы пресса. Сетапы. Ноги у нас впереди, стопы стоят, таз прижат, ноги согнуты в колени и в бедре, спина лежит, ладони находятся за головой, голова прижата. Делаем вдох и на выдохе полное сгибание корпуса, ладонями касаемся пяток. Вдох, выдох. Следим за тем, чтобы подбородок у нас уходил вперед, ни в коем случае не к груди. И возвращаемся в исходную позицию. Вдох. Выдох. Касаемся пяток, либо же касаемся пола. Полностью напрягаем мышцы пресса, спина у нас слегка округлена. Вдох. И еще раз. Делаем мы таких 20 раз. Сегодня мы хорошо проработали мышцы ягодиц, бедер и мышцы пресса. Тож займайтеся спортом разом з нами та залишайтеся в гарній формі.